станция метро «Шелепиха». Ее строят около делового центра «Москва-Сити» на пересечении Шелепихинского шоссе со Шмидтовским проездом. Рядом открылось Московское центральное кольцо. Первых пассажиров станция примет в 2017 году. А пока на нее могут попасть лишь строители и журналисты. Чтобы увидеть станцию метро «Шелепиха», мы спустились на глубину 18 метров. Здесь полным ходом идут отделочные работы. Пол, колонны и стены почти готовы. Строители уже приступили к укладке рельсов. Якорные цвета «Шелепихи» – это белый, желтый и черный. Пока яркие элементы спрятаны от пыли и грязи. Станцию отделывают мрамором и гранитом. Станция получилась достаточно воздушной. За счет чего был достигнут такой эффект? Достигнут такой эффект колоннами высотой порядка 6 метров. А чем они отделаны? Данные колонны отделаны саянским мрамором белого цвета, который придает небольшую облачность данной станции. У «Шелепихи» будет два подземных вестибюля. С них можно будет выйти к остановкам автобусов, троллейбусов, станции МЦК и платформе «Тестовская». Сейчас строители заканчивают монтаж эскалаторов. На эскалаторной зоне у нас уже отделан 100% камень, частично развешана потолочная балюстрада, где нанесены орнаменты в дизайне станции. Эскалаторы выставлены в проектное положение, сейчас производится монтаж ступеней эскалатора и балюстрадной части. Все служебные помещения, включая тягово-понизительную подстанцию и вентиляционную камеру, сделали над платформой. Это сердце станции. Именно здесь получается 825 вольт для контактного рельса. Идет пересечение наземного кольца Москвы, метрополитена, и подземного кольца. Здесь будет пересадка с МЦК на подземную часть кольца метро Москвы. И также буквально недалеко переход на пригородное сообщение, на пригородную радиальную ветку до Одинцова. Ну и, в принципе, здесь не так далеко до самого Сити и до набережной. «Шелепиха» будет обслуживать 13 тысяч человек в сутки. Она станет одной из станций первого участка второго кольца метро. На нем также откроются деловой центр, Петровский парк, Хорошовская и ЦСКА. Их пассажиры протестируют в 2017 году. Ольга Зиневич, Иван Коробков, «Строй Москву».